здравствуйте! С Новым годом вас! Ребят, ну давайте все вместе с Новым годом! 3, 4! Вот, а теперь рассказывайте, что случилось? Мы гномы, хранители сказок. Я главный архивариус. А вот это вот мои ученики по подмастерью. Сам Дед Мороз доверил нам важное дело. Попросил собрать известные сказки, записать их в одну книгу и сюда доставить. Ух ты, Вишкот! Работали не покладая рук. Книга была почти готова. И вдруг мои горе ученики обратили вокруг чернильницу. Вот! Вот! Все страницы чистые!
положение развивается. А разве нет какого-нибудь способа что-то связки, ну это как его, обратно в клинику вернуть, а? Ну, есть один. Какой? Надо все сказки вспомнить и вслух назвать. Легко. Только никто. Ой, сколько было. Приносите скоро. А нам ребят помогут, верно, друзья? Скажите, ребята много сказок знают, правда, ребят? О! Мы не верим, а мы проверим. Загадай ребятам загадку по сказкам, и вы сами все увидите. Согласны, друзья? И мы согласны. Тогда начинаем. Загадка первая. Внимание. Ждали маму с молоком. Кто же были эти маленькие дети? Кто? Козлята! Козлята! А сказка называлась? Волк и снега козлят! Молодец! Волк и снега это козлят! Покупала самовар, распознал ее комар. Кто это был? Муха, правильно, а сказка как называлась? Муха! Муха! Вопросом не потратишь много сил. Кто мальчишку с длинным носом из полета спустил? Кто? Один из них, кто спустил? Правильно! Всех важнее она в загадке, хоть и в погребе жила. Репку вытащить из грядки бабке с дедом помогла. Кто это был? Называйте. Что еще? Ну хотя бы еще одну. Красная шапочка. Щелкунчик, точно. Сказка о рыбаке и рыбке. Колобок. Хвостаревич, молодцы, друзья. Стоп! Ой, достаточно.